нас впереди много объектов капитального строительства. Идет финансирование по национальным проектам, по проектам, которые вне бюджета страны Вячеслава Викторовича. И мы с вами проговаривали и договаривались, коллеги, о качественной подготовке конкурсных процедур. И самое главное, это не цель, а цель, чтобы мы не срывали все эти процедуры и работу не ради работы, а ради результата. У нас не ставился конкурс. Провели проверку в течение этих двух дней. Коллеги, вопросы не только к той стороне, почему не были готовы документы, почему они не были готовы так, чтобы вышли на конкурсные процедуры. А там на самом деле межведомственное взаимодействие. Сначала долго мы что-то ждем от образования, потом, значит, бюджетники и правовики, потом внутреннее содержание, все, что касается сметчиков, это касается блока Ирины Анатольевны, вашего УКСа. В результате работу провели, результат ноль. А дальше получается следующее. Дату 1 сентября никто не сдвинул. Вот на этом большом примере я просто хочу еще раз сказать. У нас впереди много процедур. Скоростной трамвай, тротуары, сады. Либо мы делаем и на результат работаем, либо у нас вот такие результаты. Василий Андреевич, Ирине Анатольевне, как профильному заместителю, который отвечает за строительство и за подготовку конкурсных процедур, объявляем выговор. Руководителю УКСа объявляем выговор. Всех, кого я назвал, делаю замечания. Я просто прошу выводы сделать из этой ситуации, потому что другого больше не будет.